Привет всем любителям турецкого кино! Вот и наступила осень, пора нового телевизионного сезона. На экранах возобновятся продолжения любимых сериалов, а также появятся новые сериальчики с известными актерами. Потихоньку начали определяться даты трансляций. Давайте вместе рассмотрим, по каким дням и какие турецкие сериалы можно смотреть. Новый сериал «Все о браке» можно смотреть с 21 сентября по вторникам на канале Fox. В ролях Гюхче Бахадыр, Сумру Явруджук, Тюлин Эдже, Гюхче Эюбаглу, Сарп Акая, Игит Кираджи, Ферат Алтунмише и другие. Тему отношений, которые потеряли смысл, поднимают создатели турецкого сериала «Все о браке». За годы совместной жизни пара строит семью, вкладывая свои силы, финансы и время. У них появляются свои традиции, общие привычки, а также друзья. Чтобы стать мужем и женой, молодожены дают обещание быть вместе и в горе, и в радости. И глядя друг на друга влюбленными глазами, они искренне верят, что будет именно все так, а не как иначе. В начале совместной жизни люди не задумываются о том, что однажды их союз будет разрушен и обернется крушением их надежд, ожиданий и планов на будущее. Как жить дальше, когда ожидаемое завтра растворяется? В сериале рассказаны истории разных людей, которые столкнулись с проблемой развода. К ним на помощь приходят адвокаты Чалпан, Азра, Гюнеш и Санем. Они профессионалы в тонких деталях бракоразводных процессов. Все четыре адвоката представляют собой не только юридическую фирму, но и единое семейство. И никто не ожидал, что одна из них отдаст предпочтение и перейдет в другую юридическую фирму. С этого момента начинается настоящая война конкурентов, которые знают друг о друге все сокровенные тайны. Третий сезон сериала «Клятва» будет показан 17 сентября по будням в ролях Гюкберг Демирджи, Азгей Ягиз и другие. Рейхан – молодая, скромная девушка, которая живет в маленькой деревушке. После смерти матери она остается жить одна. Однажды один из самых богатейших бизнесменов Турции, Хикмет Тархун, который всегда заботился о ней как родной дядя, приезжает к девушке с необычной просьбой. Он просит ее выйти замуж за его сына Эмира. Тот парень безответственный и бесшабашный, а отец хочет, чтобы тот остепенился, завел семью и стал немного ответственнее. Молодых людей ждет именно то, чего они не ожидали иметь в этом браке. И, конечно же, это любовь. Второй сезон сериала «Разведка» или же «Организация» можно смотреть с 26 сентября по воскресеньям на канале ТРТ-1. На момент выхода видео сериал состоит из 14 серий. В сериале речь пойдет об одной организации, которая ведет борьбу с террористическими группировками международного значения. Хамза является высококлассным специалистом. Его судьбу никак нельзя назвать простой, и обстоятельства сложились таким образом, что молодой человек вынужден был расти и воспитываться в детском доме. Несмотря на все испытания, Хамза всегда отличался от остальных ребят своей порядочностью и был очень трудолюбивым. Главный герой сериала смог достичь и показать прекрасные результаты. Сейчас он считается одним из самых лучших агентов. Вскоре было принято решение назначить Хамзу командиром секретной группы. В состав этой группы вошли самые лучшие специалисты своего дела, и теперь им необходимо будет любыми способами обезвредить особо опасного террориста. Этот человек на протяжении длительного времени находился в нидерландской тюрьме, но затем его похитили турецкие воротилы. Теперь всей Турции начинает угрожать серьезная опасность. Может начаться череда жестоких террористических актов, и именно их необходимо будет предотвратить разведке. Главные герои сериала очень сильные и умные, отчаянные, а самое главное, каждый из них предан своей родине и, конечно же, друг другу. Для своей страны они самые настоящие герои, которым пришлось преодолеть множество различных испытаний. Новый турецкий сериал «Правосудие», альтернативное название «Осуждение» или же «Приговор», будет выходить с 19 сентября по воскресеньям на канале Fox. В ролях Каан Урганджиоглу, Пинар Денис и другие. Это сериал, в котором ставится вопрос, насколько можно доверять даже самым близким людям. Он перевернет с ног на голову концепцию домашнего доверия. Илгиз – прокурор, в его обязанности входит доказать виновность и посадить преступника в тюрьму. А Джейлин – адвокат, которая обязана защищать своего подзащитного при любых обстоятельствах.
Пути адвоката Джейлин и прокурора Илгаза пересекаются при расследовании загадочного убийства. И, как указывает улики, замешан в этом младший брат Илгаза. Теперь перед ним стоит сложная дилемма – как можно посадить в тюрьму своего брата? А Джейлин станет им обоим опорой и поддержкой. Новый сериал «Братья Барбаросса» или «Барбаросса» будет выходить на экраны 16 сентября по четвергам на канале ТРТ-1. В ролях Мурат Гючмес, Талга Акая, Улаштуна Астепе, Фара Зайнеп Абдулла, Бурджу Бириджик, Энгин Алтан, Исмаил Филис, Батухан Баяр и другие. Исторический сериал покажет некоторые моменты из удивительной жизни человека, ставшего одним из самых могущественных чиновников Османской империи. Гроза многих морских просторов в детстве наречен Хизыром. Он вырос в семействе славного албанца Якова, у которого было 4 сына, которые выросли и стали пиратами. Тон задавал старший брат Аруджа. Сначала у него был один корабль, но постепенно он стал владельцем настоящей флотилии. Все они проживали на острове Лесбос. Хизыр с детства знал, что у него имеется влиятельная поддержка в виде братьев. Все они приняли ислам и отправились на поиски приключений, став пиратами Средиземного моря. Удачливые пираты быстро завоевали авторитет. Они действовали не совсем стандартно, поэтому находились в прекрасных отношениях с эмиром Туниса. Эта местность стала основной базой для пиратов. Смелость и отвага Хизыра стали легендой. Легендарный паша совершал самые неожиданные поступки, тем самым укрепляя свою мощь и авторитет. В его личной жизни тоже было немало приключений, которые оказывали влияние на основную деятельность. Когда Барбаросса станет наследником флотилии своего старшего брата, то он пойдет еще дальше, вступив во взаимодействие с самим султаном Османской империи Сулейманом. Что ж, друзья, на этом все. Понравился топ? Поставь лайк, напиши комментарий. Нам будет интересно почитать ваше мнение. Обязательно напиши в комментариях, какой сериал из списка будешь смотреть именно ты. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи с новым видео.